Кировчане поддержали инициативу преобразования Ореховозуйского района в городской округ Ликино-Дулево. В администрации города прошли публичные слушания по этому вопросу. На встрече присутствовали исполняющие обязанности главы администрации района Виктор Сорокин, представители администрации и неравнодушные жители. Публичное слушание открыл председатель Совета депутатов города Александр Хренов. Он рассказал, что депутатский корпус поддержал инициативу присоединения Куровского к Ликино-Дулевскому округу. Подобные реформы касаются не только Орехово-Зуевского района. Объединение происходит на всей территории Московской области. Так, недавно были образованы городские округа Шатура, Егорьевск, Павловский Посад, где также были объединены городские и сельские поселения. Главный плюс преобразования – это сокращение чиновничьего аппарата, что существенно сократит расходы. Сэкономленные средства будут направлены на социальную сферу. Жителей волновал вопрос, придется ли менять документы. Ничего менять не надо, все остается как было. Мы это тоже проходили, когда у нас были сельские округа, 21, потом стало 10 сельских округов. То есть ничего не меняется, представляются нормативные документы в регистрирующие органы и все. Еще один вопрос, который волновал куровчан, почему название нового муниципалитета будет носить название Ликино-Дулевский округ, а не Куровской. Ликино-Дулево самый большой город. По Ореховозуевскому району 31 тысяча населения. Лиас, Парфоровый, да, но все-таки это на сегодняшний день достаточно развитый вот в формате промышленности, ну, центр. И логично, понятно, что ну, душой я тоже это не принимаю, да, но если исходить из здравого смысла, ну логично, что городской округ должен быть Ликино-Дулевский. В целом для жителей Куровского ничего существенно не поменяется. В городе останется работать территориальное управление. Все вопросы жители смогут решать на месте. На публичных слушаниях также было отмечено, что ранее принятые программы в городском поселении будут и далее реализовываться. Не забудут и про городские праздники и традиции. Все сохранится. Поэтому большинством голосов присутствующие проголосовали за присоединение к городскому округу Ликино-Дулево.